А сегодня, дети, мы проверим, насколько хорошо вы знаете русских писателей. Я буду вам говорить первую и последнюю букву фамилии писателя, а вы будете угадывать, кого я имела в виду. Первая буква «Г», последняя и краткая. Отвечай, Соловьев. Горький. Молодец, Сашенька. Мне нравится ход твоих мыслей. 5. Первая буква «П», последняя «Н». Отвечай, Мазанова. Пушкин. Молодец, Дашенька. Мне нравится ход твоих мыслей. Тоже 5. Вовочка. Марья Ивановна, можно вам вопрос задать? Задавай. Первая буква «Х», а последняя краткая. Он из класса! Немедленно! Завтра с родителями! Вообще-то это Хемингуэй. Но мне очень нравится ход ваших мыслей.